с Харлоу-то что стряслось? У меня к ней возникает пара вопросов. Эй, я же говорил, место просто идеальное, правда? И спасибо, что спасли Жаклин. Вот, возьмите это, в знак благодарности. Значит, от солдат не так-то важно, что на самом деле случилось. Теперь каждый сам за себя. И вообще, у нас есть дела поважнее. Например, надо поискать на военной базе патроны и припасы. Знать бы побольше об этой военной базе. Но... Я все время пряталась здесь. Все ноют. Жалуются, но других идей ни у кого нет. Что лучше слушать полковника, он человек умный. Не доверяю я военным. Полковник Харди, правда. Военные не стали бы вредить своим же. Просто отвратительно, насколько военные некомпетентны. И мы еще должны им доверять? Даже не знаю, верите ли вы. Они ведь приехали нас защищать. Есть мнение, что отсюда... Если их не смогли остановить военные, то куда уж нам? Надо было мне остаться. Не знаю уж, какие у Брикса были приказы, но он точно бы не пошел против своих принципов. Я его знаю, он человек хороший. Пойду узнаю, что творится на военной базе. Наверняка на базе работает система оповещения, и солдаты пойдут в атаку при первом же признаке вторжения. В этом случае взрывайте ворота и проходите внутрь. Только осторожнее, хорошо? Третью мировую нам начинать ни к чему. Если кто из солдат начнет возбухать, скажите, это я вас послал. Я уже говорил, их командир полковник Брикс, мой старый друг. Когда его найдете, дайте ему рацию, я с ним пообщаюсь. Он нам поможет. Вы скоро отправляетесь? Ага, помогу. Удачи. Держите связь по рации. Припасы, чтобы у нас уже точно всего хватало. А то потом окажемся в толпе этих уродов, а патроны внезапно кончатся. Нифига себе отсюда вид. Небось, уютное было местечко. Теперь понятно, почему Жаклин сюда поехала. Наверное, думала, что здесь рай какой-то.
Есть что полезное? Спасибо. Вот, держите. Нет, берите. Это вам. Собирался послушать музыку. Эчка, ни хрена не вышла. Здесь жил лорд Хендерсон, тот самый парень, который город основал. Плюс один ему за чувство стиля. Но вот за скромность минус. Ёбаный, блин, тупой урод!
раздал-то батечку? Что у нас тут? Здесь жил лорд Хендерсон, тот самый парень, который город основал. Плюс один ему за чувство стиля. Одного за скромность и вас. Yeah.
пришли. Эти твари все лезут и лезут. Что это там? Музыка? Вот поэтому они и лезут. На любой громкий звук. Ах, вот оно что. Музыка играет внизу в ресторане. Я так торопилась, что даже не подумала ее выключить. Вы можете выключить музыку и прогнать их? Я дам вам ключ. Умоляю, не бросайте меня. Ну не могу же я тебе отказать. Я заперла там своего начальника, когда он полез на меня. По-моему, его укусили, и он стал одной из этих тварей. Осторожнее! Адский колокол, блин. Как вырубить сигнализацию? Надо вырубить свет. Рубильник, наверное, где-то снаружи. Получил, тварюга? Thank you.
Все подготовлено. Огромное спасибо. Пока мой босс не стал, мы узнали про полевой госпиталь неподалеку и хотели туда отправиться. Пожалуй, туда я и пойду. Здесь меня больше ничто не держит. Мой начальник был хорошим человеком. А потом... он... как такое могло случиться? Вот, возьмите, пожалуйста. Это вам за все, что вы ради меня сделали. Сдохни, тварь! У нас прям Рождество. Неужели вы их совсем не боитесь? Берите все, что хотите, что угодно. Thank you.
Это здесь, 100 пудов. Я заболел. Должно быть из-за укуса. Наши заперли меня в отдельной комнате. Боюсь, что бы я ни делал, теперь я превращусь в одну из этих тварей. Такая судьба страшит меня куда больше, чем мысли о смерти. Учиться. Нужна твоя помощь!
Уютное местечко. В одиночку живешь? Да, я здесь один. Сижу тут, топлю горе в стакане. Эти ублюдки меня напарили. Мы задумали ограбление века. В банке Хендерсона был сейф битком, набитый деньгами туристов. Стоял себе спокойно, бери, не хочу. Знал бы я тогда, ни за что бы им не доверился. Эти тупые уроды меня кинули. Решили все забрать себе. Вот что, слушай сюда. Если найдешь этих козлов и вернешь мои деньги, дам тебе половину. Идет? Договорились. Так, когда начался весь этот бардак, они могли залечь в том же банке. Глянь сперва там. Возьми карту доступа, пригодится.